Цены у крамах Гомельской области тримаются на примальном уровне. Проверку напередодні новогодних святов проводит Комитет державного контроля. Увага товарам, которые у эти дни користуются особливым попитом. Розмова про городнину, садовину, мясную продукцию, кондитерские выроби, комплекты подарунков. У гандлевых сетках представлены широкий ассортимент. Многое на полицах от белорусских вытворцев. Покупникам пропонуют шерох акций и специальных пропонов. Рост цен означается только на особные группы товаров и у допущальных межах. Незначное порушение гандлевого законодавства зафиксованное только у Брагинском районе. Яны оперативно ликвидованы. Комитетом выносятся рекомендации, даются субъекту срок для устранения. Они нам отчитываются, как они устранили. И при необходимости мы можем выезжать на место и смотреть, устранены ли нарушения. Уже если повторно мы устанавливаем нарушение законодательства, только тогда применяются административные штрафы. Наша компания контролирует уровень цен, поэтому цены, можно сказать, держатся на одном и том же уровне. То есть это незначительное колебание и все в пределах того, что допустимо законодательством. Споживецкий рынок на постоянном контроле КДК. Мониторинг новогодних товаров будет протягиваться до 31 снежня.